Приступим к нашему видеоуроку по Fastum Capture версии 7.0. В данном случае вот установленная программка выглядит будет вот так на рабочем столе. Ну, для начала давайте сделаем небольшой обзор данной программы. Значит, что я хочу сказать про эту программу? Ну, во-первых, я хочу показать, как вам выглядит будет функционал. Вот она такая небольшая. В принципе, программа, но довольно-таки мощная. То есть эта программа специально предназначена для создания скриншотов, захвата и видеозаписи с экрана. Значит, ну, как видите, интерфейс небольшой, но она довольно-таки мощная. И средства, с помощью которых происходит захват, позволяют легко фиксировать и комментировать любое изображение, пусть даже это будет скриншот с экрана или это будет какая-то видеозапись. Может, это будут всплывающие окна, какие-то объекты, меню или просто весь экран вы захотите снять. Может, это будут прямоугольные или произвольные какие-то области экрана. Может, это будет веб-страница с прокруткой. Вот программный модуль данной программы для видеозаписи дает возможность регистрировать вот эти даже экранные операции. Звук, включая изменение экрана, перемещение курсора, щелчки мыши, речь с микрофона. То есть и все это происходит в очень сжатые видеофайлы. После чего все вы это можете, все эти результаты захвата вы можете потом разместить либо в редакторе, либо переместить это в файл, или в буфер обмена, на печать. В общем, довольно-таки большой спектр выбора, куда вы можете переместить этот файл. Вы можете даже отправить его по электронной почте, или переместить в Word, сделать PowerPoint, или просто даже сразу загрузить на свой веб-сайт. Инструменты редактирования, значит, включают в себя текст, стрелочки, линии, подсветки, изменение размеров, обрезку края, увеличение резкости, нанесение всяких водяных знаков, всякие эффекты краев там происходят. То есть там еще потом в редакторе мы с вами разберем такие функции, как пипетка, лупа, линейка. В общем, перечислять можно долго, все по ходу в этих уроках вы увидите. Значит, далее. Fastum Capture сохраняет все ваши снимки, которые вы сделаете с помощью этой программы, значит, в такие расширения. Это как BMP, GIF, JPEG, PSX, PNG, TGA, TIFF и PDF. Встроенный модуль записи экрана сохраняет видео в формате WMV. Это Windows Media Video. Какие системные требования к данной программе? Ну вот я сейчас вам выведу на экран вот такой редактор. Вот здесь видно, что сюда подходит и 90. Windows 98, XP-шка, Vista, Vista 7, Windows 7 точнее, как 32-битная, так и 664-битная. Значит, оперативки нужно 256 мегабайт, желательного 10 мегабайт свободного места на жестком диске. Ну, как видите, встроенный модуль видеозаписи работает под Windows XP, Vista, Windows 7.